Добрый день, на связи из Лос-Анджелеса съемочная группа «Голоса Америки» Ангелина Багдасарян и Вазген Варшапетян. Мы сейчас находимся в Hidden Hills. Еще вчера в этот район, жители этого района надеялись на то, что эвакуация будет снята, но сегодня пожар вновь возобновился. Усилился ветер, и языки пламени буквально разносятся по долине. В зоне эвакуации, опять же, находится Симивали, Калабасас, горит Малибу. Сейчас идет эвакуация каньона Топанга. Сотни жителей вот этого района, Hidden Hills, холмы которого опять начали гореть, спустились вниз, они эвакуированы, но они не хотят покидать вот свой район. Это очень такой дружный район. Мы сейчас общались с людьми, которые здесь живут. Многие из них, конечно, в шоке. Дома некоторых из них сгорели, и многим из них придется начинать жизнь заново. Очень много техники здесь. Мы попытаемся вам показать, как вертолеты тушат точечно пламя. Так, что касается местных жителей, они приносят сюда воду, еду для спасателей, которые съехались со всего штата для того, чтобы тушить этот пожар. Я напомню, что пламя вспыхнуло 3 дня назад, и окончательно справиться с ним не представляется возможным из-за сильного ветра. Более того, информация от представителей погодных ресурсов о том, что ситуация, к сожалению, не улучшится до вторника. Здесь ожидается сильный ветер, потоки которого, как я уже сказала, буквально разносят пламя в катастрофических масштабах. Сейчас сюда стягивают технику. Более того, очень много добровольцев, которые, например, занимаются строительством, они привозят свою грузовую технику для того, чтобы делать такие вот своего рода рвы, для того, чтобы сделать какой-то, отрезать огонь, чтобы он не смог распространяться дальше. Хотим показать местных жителей, которые пришли сюда. Они здесь, некоторые здесь находились всю ночь. Некоторые приехали сюда, вот когда увидели в новостях о том, что пламя вновь вспыхнуло. Все они очень благодарны спасателям, потому что вот слова о том, что идет битва за каждый дом, это не пустые слова, это действительно вот точно описывает то, что происходит сейчас в долине. Эту вот еду все приносят люди для спасателей, которые бьются с огнем уже который день. Некоторые работали по 72 часа без перерыва. Это действительно очень страшно видеть. И вот сейчас мы хотим показать, как, не знаю, получится ли, если вы видите, спасатели поднимаются к этому дому. Они бились за него сейчас буквально минут 20, просто заливая его водой с воздуха, из земли. Как я уже сказала, вот такая опасная ситуация будет сохраняться в Калифорнии до вторника.